В этом видео поговорим с вами про линейный маркетинг. Это один из самых денежных инструментов в рамках живой очереди, друзья мои. Для тех, кто не понимает, в сетевом бизнесе говорят, все деньги в глубине. И у нас есть возможность в рамках нашего маркетинга зарабатывать до 10 уровней глубины, друзья мои. Что значит до 10 уровней глубины? У вас есть реферальная ссылка, да, то есть и вы пригласили своего первого партнера. Двух, трех, пятерых, десятерых, соответственно, это ваша первая линия. Ваша первая линия делится своей реферальной ссылкой. Это ваша вторая линия, вторая с третьей, третья с четвертой и так далее. И у вас растет глубина. Это называется геометрическая прогрессия. С каждого из этих уровней вы получаете 10%. В рамках нашего маркетинга на каждом из уровней вы получаете определенную сумму, которая распределяется на 10 уровней. То есть, преодолев пятый уровень, пятый этаж, в систему уходит 2 доллара, и они распределяются на 10 уровней глубины. Это значит, что 10 человек получат по 20 центов. Потом на следующем уровне по 40 центов, на следующем уровне по 80 центов, на следующем уровне по 1 доллару, потом по 2, потом по 3, по 4, по 5, по 10, по 15 долларов, по 20 долларов, по 30 долларов, по 40, по 60, по 80, по 100 долларов. Дальше считайте сами. Казалось бы, это небольшие цифры в рамках одного аватара. Но если у вашего партнера, которого вы пригласили, 10 аватаров, если у вас тоже будет 10 аватаров, то вы со всех 10 будете получать по линейному маркетингу. Все 10 аватаров будут двигаться по этажам, а вы будете получать по линейному маркетингу. И так до 10 уровней глубины. Смотрите, как работает геометрическая прогрессия. Итак, на первом уровне у вас может быть 5 человек. На втором уровне 25, каждый пригласил по 5. На третьем уровне 125. На четвертом уровне 625. На пятом уровне 3125. И дальше считайте сами. 6, 7, 8, 9, там цифры просто неадекватные получаются. Но даже здесь, понимаете, в рамках вот этих 5 уровней глубины, это просто люди, которых позвали в живую очередь. Но у каждого из этих людей может быть по 3 аватара, по 5 аватаров, по 10 аватаров. То есть у вас может быть 25 человек во второй линии глубины, но при этом у каждого из них по 3 аватара в среднем. Итого на втором уровне у вас может быть 25 умножаем на 3, получаем 75. То есть 75 аватаров, которые будут двигаться в рамках живой очереди, преодолевая этаж за этажом, и там, где предусмотрена выплата в рамках линейного маркетинга, вы будете зарабатывать. Поэтому 10% с каждого аватара, который преодолевает уровни, до 10 уровней глубины, это очень большие денежные вознаграждения. Ну, представьте себе, 3125. В среднем на 3, допустим, это 10 тысяч аватаров на пятом уровне глубины. Даже если с каждого из них получить по доллару, это 10 тысяч долларов. А по 2 доллара, а по 3, а по 4. Понимаете? Считайте сами, друзья мои. Поэтому линейный маркетинг – это про количество, которое со временем, двигаясь по этажам, вырастает. Ох, в какое качество, друзья мои. Но есть одно «но». В рамках нашего маркетинга вам доступен только первый уровень линейного маркетинга. То есть вы можете приглашать партнеров по своей реферальной ссылке. Если ваши партнеры начинают приглашать в очередь, это ваша вторая линия, это ваш второй уровень, вы с них не будете зарабатывать. Вы будете получать уведомления об упущенной прибыли. Чтобы эту прибыль не упускать, вы должны дополнительно активировать себе второй уровень. Стоимость активации 20 долларов. Если вам нужно активировать еще третий уровень, вы платите еще 30 долларов. Если вам нужно открыть четвертый, пятый уровень, вы платите 40 и 50 долларов соответственно. Каждый из этих уровней активируется всего лишь один раз. Деньги, которые поступают от активации уровней, уходят в инвест-пул. Все очень просто. Если вы не активировали уровень, деньги направляются в инвест-пул. Если вы активировали уровень за дополнительную плату, эти деньги направляются также в инвест-пул. У нас копится инвест-пул,
мы его инвестируем в рамках нашей живой очереди. Все партнеры об этом знают. Куда, сколько, чего. Мы показываем, сколько дивидендов мы с этих инвестиций получили. И дивиденды, полученные от этих инвестиций, мы направляем на то, чтобы ускорять движение живой очереди. Предположим, у нас есть $1 миллион, который мы инвестировали под 12% годовых. Это $120 000 за год мы получаем, это $10 000 в месяц. Но доходность 12%, конечно, доходность у нас будет гораздо выше, потому что мы будем инвестировать в рамках криптовалют, но делать это максимально безопасно. Об этом я вам расскажу в следующих видеороликах. Мне важно, чтобы вы поняли, как работает линейный маркетинг. Это возможность получать деньги с глубины до 10 уровней. Поэтому, если у вас растет команда, активируйте себе дополнительные уровни. Если у вас еще нет команды, то вам не обязательно активировать себе дополнительные уровни. Они вам ничего не дадут, потому что нет команды, нет выплат в линейном маркетинге. Есть команда, которая растет на глубину, есть выплаты в рамках линейного маркетинга. Все очень просто, а мы двигаемся дальше.